Думаешь, разведка не ошиблась координатами? Надеюсь. Если выгорит, о нас напишут в учебниках. Знаешь, по-моему, в историю мне еще рано. Так что постарайся обойтись без этих своих фокусов. Фокусов? Ну ты скажешь. Эндехо. Знаешь, почему тебя еще не повысили? Ну и почему? Потому, что это не цирк Уэйда Джексона, амиго. Это война. Все хотят победить и вернуться домой. Ты, главное, стряхивай зеро с хвоста, а я долечу. Эй, придержи подъемник! Давай, Джексон! Поднимай! Как думаешь, сколько медалей нам дадут, если все получится? Одну из них точно назовут в честь меня. Главное, помни, что ты не один. И не нарушай строй, а то оставят тебя без лычек. Этот строй мне только мешает. Что я терплю? Посмотри-ка. Погода вполне летная. Хоть бы не испортилась. Время! Мана Саламаса! Птичка ждет! Спорим на десятку, что я собью больше. Ну давай, не провоцируй! Проверка связи, Шугар 17. Слышу вас хорошо. СПУ работает. Дали сигнал на предполетную. Руль высоты. Проверил. В норме. Так, Джексон, теперь элероны. Правый в норме. Отлично. Теперь левый. Левый в норме. Теперь запускай двигатель. Постарайся не перегреть. Отлично, теперь полный газ. Отпускай тормоза. Так ты скажешь, как его назвал? Кого? Самолет. Этот. Тебе все еще интересно? Ну, а о чем еще ты хочешь поговорить? Ладно, храни свои секреты. Оторвался от строя. Тут что-то не так. Боже мой! Твою мать! Откуда тут этот чертов зеро? Наши торпедоносцы атакуют! Истребители далеко. Шокер 17, атакуйте чужих. Есть! Прикроешь хвост, Эрнан? Пулемет пустой! Не подпускай их к торпедоносцам! Помогите! Придется прыгать!
Вот это ас!